Ну что же, недолго думая, играя и все остальное, в общем, я решил здесь сделать что-нибудь интересное и пойти в пятый, глючит меня иногда. Ты недоумеваешь, зачем я создал эти лабиринты для тебя и почему путь к вечности лежит через борьбу. Угу. Но верь мне, эти испытания пойдут твоему роду на благо. А если нет? Что тогда? Что если ты мне врешь? И кто ты? И где ты? И вообще вот там глаза не хватает. Поиск данных. Осирис. Знал, что это была правда. А теперь я расскажу тебе о многих опасностях, с которыми ты столкнешься на своем пути в Дуат. Слушай внимательно, ибо впереди тебя ждут великие испытания. И если не докажешь, что ты достоин, ты никогда не сможешь достичь вечных полей камыша, Осириса, и можешь навсегда потеряться. От второй смерти нет никакого пробуждения. Писец вытащил большой папирус и осторожно развернул перед умирающим человеком. И умирающий человек увидел, что это была карта Дуата, показывающая много дорог, ведущих к башне Анубиса, где должно быть извешено его сердце. На каждом из многих путей, идущих через Дуат, как бессмысленные нити, сотканные Нейт, были отмечены места, где путешественник должен был встретиться с опасностями. Также, там были большие стены из железа, которые никто не мог пересечь, кроме богов, и ворота из чистейшего света, и поэтому путешественник не смог избежать испытаний, а пройти к башне мог, только доказав, что достоин, зарабатывая ключ каждой священной двери. Ага, так вот что мы делаем. Проще говоря, мы путники, которые пытаются достичь великой башни, и чтобы пройти в башню, мы должны иметь все ключи. Все ясно. Да ладно, на самом деле мало чего понятно, но я думаю, будет ясно. Чел, знаешь, от чего я офигеваю? От чего? Человеческое тело разлагается очень быстро, поэтому вся инфа, которая хранится в химических веществах у нас в мозгу, исчезнет очень быстро. Ничего себе. Но компьютеры и книги хранятся долго, поэтому все наши сообщения, наши идеи, наши книги, все это будет там. Наша порнуха. Даже передаваясь в пространстве. Ага, и наша порнуха тоже, наверное. Мы все умрем, но произведения Аристотеля по-прежнему будут жить. И Star Trek, Firefly, Вавилон 5, Властелин колец, Бегущий по лезвию, с Планетрона 6, Шекспир, Байнен, блин, даже видеоигры. Пи, Ускорение 3, Сайенский, Голландский водопад, ВП, Горный, what the fuck, чел? Ага, представь, если это найдут марсиане. Да, это будет нечто странное. О боже. Архив продолжает расти, пытаясь поддерживать видимость порядка. Трудно, как ожидалось. Потерял 7 людей на этой неделе. Если говорить статистикой, то тенденция должна увеличиться. Нужно сосредоточиться на реальных целях. Слишком мало времени, чтобы горевать. Воу. Что-то там происходит. Кстати, меня просили показать персонажа, ну, издалека. Но, знаете, я немножко не хочу этого делать, потому что, ну, мы как бы, мы не знаем, кто мы, мало ли кто мы, может, у нас перчатки такие прикольные. То есть мы кто-то, вот представьте, вот вы сами себя не видите, да, вы не знаете, кто вы. Это интересно же, кто узнать, кто ты, но не увидеть именно со стороны, а именно узнать. Ой, начинаются загадки с этими, вот этими штуками. Ты знаете, вот, например, пойти сделать вот так вот, там, вот так вот. Ауч. Только надо подольше постоять, в общем, ладно. Некоторые из этих испытаний как будто бы построены с учетом совместной работы, но я здесь один. Логично, друг мой.
Стоим и ждем, пока он тут записывает, записывает, записывает. Теперь отключаем, включаем, включаем сюда. Или какой-то бот. Ро-бот. Включаем. Берем загадочку нашу. Все просто и легко на самом деле. То есть не так уж и сложно. Просто они позволяют нам дублировать наши же испытания. Что отчасти упрощает. А здесь две зеленые детальки. Нам не хватает троих. Что здесь написано? О, смотрите, еще одна головоломка, и еще один голос, который говорит мне, что я особенный, и еще один сломанный компьютер с бессмысленными обрывками. Этот мир плохая шутка, увековеченная жестоким богом, который слишком глуп, чтобы нажать на выключатель. Самоучитель. Я уже хотел подняться по лестнице и забить на это дело. Запись. Тупанул, надо вот там рычажок нажать, который отключит первую. Теперь мы еще раз нажимаем запись, подходим сюда, ждем 1, 2, 3, 4, 5, 6, бежим обратно, бежим сюда, сейчас он сюда встанет, мы пройдем, ну и легко и просто как бы все это делается. Все, вот он пробежал. Мы ли это, или это просто голограмма какого-то существа, я не буду уточнять. Ну, скорее всего, я думаю, каждый найдет ответ сам. Двойная пластина. Ага. Ага, ага, I like it. Я на самом деле ни хрена не like it. Ага. Решается легче легкого, сейчас покажу как, смотрите. Сначала он встает на одну пластину, мы проходим. Он ждет, стоит дальше, думает. Переходит на другую, и мы проходим второй раз. Все просто и легко. Легче легкого. Зеленые задачки, они действительно очень простые, очень хорошие. Такие расслабляющие, на них не надо особо задумываться. Резервный источник питание. Надо отключать как-то сам источник. Ага, ну, допустим, я уже знаю, как взять вот этот камешек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, но я туда, получается, не проберусь никак. Ладно, включаем. Его сдувает. Единственный способ, мне кажется, сделать вот так же, как и я сейчас, смотрите. То есть мы берем. И перекрываем вот так вот. Поехали.
Есть! Я это сделал. Мне ничего не помешало это сделать. Загадочки решаются, если подумать немножечко головой. Не всегда это у меня получается, но я стараюсь, ребят. Еще много текста. Эпитафия. Здесь прекращена работа Child Program. Грубая ошибка в прошивке серии. Жизнь коротка. Окончательный дом памяти. Дочерняя программа Dog. Окей, здесь закончил свою жизнь Dog. ДНК — это информация, которая передается сквозь время. Живые и мертвые являются частью одной и той же цепи, созданной химическими связями. Это в равной степени относится ко всем существам, но человечество подняло эту связь на более высокий уровень. Благодаря технологии у нас есть доступ к мыслям и идеям людей, чьи физические тела давно истлели. Ведь и ты сейчас слушаешь меня, хотя я уже наверняка мертва. И ты часть этой цепи. Ты обладаешь способностью помнить. Угу. Есть такое. А горящее сердце всегда смотрит на самый верх. Тонкий намек, что звездочка где-то там. Ищем звездочку. Звездочка. Звездочка, я найду тебя. Звездочка. Звездочка. А на самом деле не факт, что она там. Смотреть на самый верх, конечно, можно. Хотя тут все довольно утрировано. А, правильный угол. По идее, вот так оно будет набирать максимальное количество. Успел. По-моему, даже примерно одинаково. Сейчас он наберет. Бамс. Сейчас мы не дадим ему пройти. Отлично. И теперь вот эту задачку мы будем решать по мере поступления. Почти, почти. Нужно вот как раз отсюда. Тогда она успеет. Херонимо, Белиссимо, и вообще, в общем, все круто. Так. Осталась одна еще задачка с той стороны. С той стороны. С той стороны от кошака. Осталась еще одна задачка. Кстати, какие-то красивые статуи. Непонятно кого. Мини-кошаков. И что-то здесь было, кстати, наверное. Ладно. Вентилятор, куб и лазеры. Кубик в полете. Тонкий намек такой, да? Что это? Я не допущу осквернения своего сада. Прочь! Божок, ты чё, Алло? Ага. Мне нужен кубик. Кубик, кубик, кубик. Куба тут получается сделать тогда это.
Вот я тоже дундук, блин, на раз. Простите. Иной раз туплю, извините, бывает всякое. Сейчас, секундочку, я понял, как мне забрать отсюда нужные мне вещи. Ага, вентилятор будет работать, направляя оттуда сюда, туда. Ага. Отличненько. Допустим, сюда. А, это, допустим, сюда. Дыщ. Великолепно. Теперь мы ставим сюда этот. Сюда берем вот эту фигню. Ставим ее сюда. Сюда берем вот эту фигню. Кидаем ее куда-нибудь сюда. Берем вот эту фигню. Соединяем вот эти две вещи. Ставим ее наверх. Контейнер поднимается. Я прям fucking genius. Теперь мы берем и соединяем вот эти две вещи. И открываем красный круг. Я прям мужик, вообще ему скажу. Прям решил задачку. Все просто. Ну так, кстати, на нас бог что-то злится. То ли не на нас, то ли на нас, но ему что-то начинает глючить. Мне ведь нафига не нравится. Так, ладно. С этим мы, я думаю, разберемся по полной. Кстати, красиво вот так вот отдаляется пирамида. Очень мне нравится прям. Прям она вырастает, видите как? Вы такой, твою мать, какого хрена? Кстати, она реально растет. Смотрите, она как будто не отдаляется от нас, как будто на том же самом... Блин, страшно выглядит. А-а-а, бежим отсюда!